Женя, что-то мне грустно. По-моему, у меня осенняя депрессия. О, кажется, кому-то нужны эндорфины. Чего ты ругаешься? Я не ругаюсь. Эндорфины – это гормоны радости. Точно! Они мне нужны. Прямо сейчас и в большом количестве. Кажется, я знаю один способ. Пойдем. Где? Воля! Городской фестиваль с Ладой. Да-да-да, я просто пошла за шоколадкой. Лолита, только не увлекайся. Ну, почему? Ну, иначе все твои эндорфины умрут, увидев твое отражение в зеркале. Ну, а чуть-чуть можно? Ну, только чуть-чуть. Я за шоколадками. Я за шоколадками. Сладкоежек такое мероприятие. Ну, во-первых, почему еда? Потому что очень много. Это объединяет всех. Я не знаю тему, которая была бы больше востребована, чем еда. Почему сладкое? Потому что, ну, во-первых, проще в организации. Во-вторых, это очень позитивно. Ну, просто вот не сладкое, ой, не кислое, не соленое, а сладкое. Я увидела у вас очень забавную вещь, луково-картофельное печенье. Это тоже сладкое? Да, оно тоже сладкое, можете попробовать. А как оно делается? Расскажите, я попробую обязательно. Немножко лука, немножко лукового экстракта и немножко картофельного крахмала. И больше ничего? Ну, в принципе, да. Можно попробовать? Да, конечно. А что это такое? Смотри, это бразильские сладости по специальному рецепту с шоколадом, орехами. И некоторые даже с кокосовой стружкой. А это шоколадный торт брауни. Мы волонтеры ночлежки, поэтому хочется как-то больше добро нести в массы. Участвуем во всех мероприятиях, которые можем посетить. Как люди откликаются? Люди откликаются, сегодня уже пожертвовали какую-то сумму определенную. О, Женя, все, я наелась! Лолита, у тебя же хореография! Ладно, я пошутила! Так что я еще за кексиками!